Еще один вопрос, который всех интересует, это чем занять детей во время эпидемии, да, этой. А на самом деле очень много детей у нас играет на детской площадке, но большинство все равно сидит дома. Ну что, мое мнение, гулять нужно обязательно, поэтому детей этого не лишайте. Гулять нужно осторожно, но нужно гулять. Вот. Также сейчас думаю, что будет очень актуальным это онлайн занятия различные, в том числе и шахматы по скайпу. Можете, кстати, обращаться. С удовольствием позанимаюсь. Тоже освободилось куча времени. Вот. И больше времени проводить с родителями. Значит, основная здесь проблема какая? Поскольку школы закрывают, то родителям... Ну, а родители работают, собственно говоря. То есть, куда деть детей? Большинство детей, ведь они школьники, они не могут одни оставаться на долгое время. Хотя многие школьники уже остаются. То же самое с садиками. С садиками еще серьезнее ситуация, потому что детсадовцы, их не оставишь одного, да? Там, четырехлетних. Летних. А с работы пускать не будут, то есть законом не регламентируется эта сторона медали, поэтому придется нанимать нянь или еще что-то. Частные садики, кстати, я думаю, тоже должны закрываться, хотя у нас, насколько я знаю, не все приняли это решение, то есть некоторые частные еще работают, но уже, так скажем, на сумках сидят. Вот, поэтому, если вы здоровы, можете заниматься онлайном, играть в компьютерные игры, как бы этого не хотелось, почитать, пописать дома. Вот, если не с кем оставить ребенка, то нужно кооперироваться как-то, что сегодня один работает, завтра другой. Вот, услуги нянь, но, скорее всего, они подскочат сейчас тоже, ценники, но не факт. Но, с другой стороны, с чужим человеком вот так вот оставлять, тот, кто никогда не был с нянями, ходил в садик, например, до этого. Да, я не думаю, что вам будет от этого легче. Возможно, проще просто отменить свою работу, взять отпуск за собственный счет. Я думаю, есть какие-то у вас у всех накопления. Люди будут брать кредиты сейчас однозначно. Кстати говоря, вот из окна вижу, что доставка работает очень хорошо. Сейчас на доставку записаться продуктов целая проблема. Поэтому бизнесмены, вперед, для вас целый ковер возможности. Вот. Ну а чем занять детей, собственно говоря, онлайн-занятия и гулять. Онлайн-занятия и гулять. Это все.